Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова неуловимая банда, и они сейчас поздороваются, да. Приветствую, парни. Всем привет. Всем привет. У нас тут прошла инфа, что Джек все-таки раскошелился на новую квартиру, и мы сейчас спешим к нему в гости. Джек, внимание, вопрос. А есть ли там еще какие-то новые штуки? Какие? Ну, помимо курения бонга и выпить пивка. Да я в квартире своей не был почти. Тут какие-то одежды голых женщин, я вообще ничего не помню. Идите сюда. Хорошо, сейчас посмотрим. Ты где такой машин надо был? Так одинокая. Я за тот промежуток времени, пока вы не играли, пока что приобрел себе гараж. Красава. И теперь у меня вот такая машина. Которую я пока водить не умею. А я в промежуток вообще ничего не приобрел. Только потерял. Ну, купил себе сейчас автомат, правда, штурмовый, но я мог его и раньше купить. Рано я повернул, кстати. Да, норм, все нормально. Что там по телеку идет? Так, а ладно. Ты уверен, что он здесь живет? Да, я смотрю. Он здесь живет, действительно. Он мне присылал фотку в Фейсбуке. Или как тут называется, в Life Invader. Да. Как? Life Invader, а ты я, че? А я первый Джек. В местном Life Invader, кстати, есть Николас Белик. Парень. Прикольно. Такой из GTA 4, если кто не знает. Ну, я думаю, все знают. Почти, да. Угу. Кто-то звонит в вашу дверь, подойдите к двери, чтобы открыть. На камере ничего нет, там какие-то женщины стоят. Я, кстати, вижу этих женщин, их 5 штук. Да. Так, это другая, около другой двери, братан. Короче говоря, у нас там прибавилось работы, пока что мы были в своих отпусках. Пустить. И сегодня у нас будет очень много всего. Макс, чувак. Ой, здорово, слышишь? Ты похорошел. Слышь бы тебя, правда, так-то все хорошо. Ну да. Проходи. О, какая плазма! Воу. Откройте дверь. А консолька есть вообще? Артурыч, здравствуйте. Добрый день. Дисковая система, ничего себе, слушай, да. Ты шляпу поднялся. У Боярского отобрал, что ли? Да, пришлось его убить. Ого, смотри. Не ходите в спальню. Сразу видно, кто деньги потратил на автомат, а кто деньги потратил на квартиры. А кто деньги потратил на кокаином? Не входи сюда, здесь куча женских трусиков. Воу, какие там? Действительно, ух, какой чертяка. Пришлось дать денег женщинам, да, чтобы трусики набросали. Конечно. Значит, я вчера его в магазине видел женского белья, он находился, купался. Затаривался там. Ладно. Короче, Джек, прости. Джек, знаешь, почему твоя квартира проигрывает моей? Почему? У тебя бонга нет. Точно. А знаете, почему ваша квартира проигрывает моему гаражу? Потому что у нас машины нет? Нет. Потому что он в плане ущербности выигрывает вас просто вообще в нуля. Ущербность? Так, хорошо, мне нужно принять душ. Можно реально напиться. У Джека в квартире можно наебениться, вот все, что могу сказать. Простите, уже. Ладно, сейчас мы это сделаем. Я попил пивка. Я смотрю, тут уже кое-что... Кто-то спрашивал, для чего вообще нафиг нужен душ? Чтобы смыть фингал и кровь. У меня он тобой был разбит, потому что я в магазине, как обычно, там молоко женщины не поделил. Поэтому все хорошо, да. У меня таблоид по дефолту разбит. Да, как Макс говорит, а у меня тут рана такая на лице. Слышишь, Джека, мне кажется, просроченный вискарь тебе впарили, разбавлено, что-то не берет. Пока. Знаешь, я вот сюда въехал, он тут стоял, поэтому я бы на твоем месте его не пил. Но я как-то познавал этот вискарь. Что значит не пил? Джек, у тебя тут фен, я не знаю, салфетки, что ты тут делаешь? Нет, Джек, потихоньку все-таки берет, по тебе чуть-чуть, но типа он просрочен вообще в салат. Еще одну можно? А что по телеку такой отстой? Лестер какое-то задание на двоих уже предложил. Так, подожди, Лестер подождет. Работа подождет. Да, работа. У тебя там плакат какой-то, там что-то нарисовано. Вайнвуд. Я, по-моему, телевизор сломал. Что за помехи на нем? А, вот. Ой-ой-ой, Джек, слышишь, это меня уже понесло. Сейчас начнем бить мебель. У тебя по телеку что-то показывает, кроме входа, нет? Я не знаю, там. И подай каналу правым левым этим стиком. Да что вы говорите? Слышь, мне кажется, он сам уже сказал, что ему хватит. Наша машина. О, телек. Телек. Макс, без разницы, как лишь бы набухаться. Во, синь. Блэк. Да уйди, синька. Я сейчас от твоего просто дыхания опьянею, по-моему. Да отойди ты. Подожди. Зони такой ходит за тобой. Вот, тут как раз про зомби. Так, все, я должен уходить отсюда, по-моему. Тихо, я тебя не пропущу. Никто не выйдет из этой квартиры. Я пойду в гараж. Подожди. Бахнем для настроения. Куда ты пошел, мать, тут? Только стой.
Ребят, мне уже никуда нельзя. Давайте заканчивать серию. Ну, ладно, сегодня вы видели, как они проводят время. Да, замечательно. Ладно. Через неделю. Да, лучше через неделю. О, меня, походу, отпускает. Да, слышишь, что-то я вообще нормальный такой, да. Ладно, поехали поработаем, что ли. Короче, квартирка неплохая, Джек. Нифига себе неплохая, зачет. За сколько купил? 140 тысяч. Короче, следующая цель — дом. Следующая цель... Есть вообще как-то возможность купить дом для банды? Потому что я не хочу себе квартиру покупать, мне ваших... Нет, тут самое максимальное, ты можешь купить супер-пупер-хранительную квартиру в гигантском... Ты не сядешь, как бы. А, да? Сядешь? Серьезно? Есть очередное дело, пацаны. Джек? А, у меня тут этот, Эдди Мёрфи. Так, это звучало как будто из того, что я напился, ты не сядешь ко мне. Уже решил. Давай, Джек, вызванивай и поехали там куда-то. Окей. И бери машину четырехместную. Взял. Кстати, мимоходом... Сейчас я у тебя тут машина стою. Воу-воу-воу, успокойся. Власти. Я пьяный. Еще один власти набрался. У кого там власть? У меня власть. А, у тебя власть. Так, Макс, выходим из машины, оставляем ее, поехали все на мафию-мобиле. Так, ну я сначала дело выберу, так, понтовый кейс называется, дело. Я предлагаю сегодня частенько делать, потому что это забавно. Ну, типа, это нормальная тема, когда в одной машине все. Да, мы так и будем теперь ездить. Так. Жалко только, что с плаша нельзя стрелять. Неплохо подняли, да? С тех пор, как мы приехали в этот город, дела идут лучше, чем в Черноруссии. Ух, просто. Так, Джек, я вас пригласил. Он исчез из машины. Оптовый кейс, говорит Джек. Есть очередное дело. Готовится передача из рук в руки документов, которые мне бы очень пригодились. Речь идет о планах системы безопасности. Обмен состоится на крыше небоскреба в центре, так что нам понадобится вертолет. Нам нужно доставить кейс на склад, и Лестер долго не останется. Понял. Так, у меня теперь есть, кстати, классный автоматик. Джек, тут такое дело. А у тебя деньги есть? 800 баксов. Понял. Отлично. Ну так, наверное, на одном уровне с тобой. Да. У меня 517 просто. Я богат, у меня 4800. Ничего себе. На самом деле вы сейчас меня просто обгонять будете. А, ты с ППшкой. Нет, вон тачка Джека. Знаете, в чем самое главное? То, что мы должны найти вертолет, чтобы добраться до вообще кейса, который находится. Знаете, здание стройка? Ага. Да. Вот на ее верху. Там есть лифт вообще? На одном из этажей. Да, а он не работает в онлайне, я тебе скажу. Для тех, кто пишет про самые... То, что мы не грабим банки, а грабьте, ребята, банк. Мы сами хотим, понимаете? Не дают пока, не дают. Вот он голод на банк. Да я вообще слышал информацию, что пока что даже эта возможность вообще закрыта. То есть нужно патча дожидаться нового. То есть... Да пока работ хватает. Один холл перевыпускает DZ Standalone, готовит все сразу. Вот не знаю, респект ему или не респект. У него все будет работать сразу с релизом. Ну это такой долгострой, что уже, честно говоря, пофиг. Ну, да, когда выйдет, мне уже, может быть, и понравится, но, блин, да сколько может. Не то, что понравится. Ну, согласись, перетянул. Перетянул очень сильно. То есть очень. Ожидание было хорошее, а вот потом уже... Ну, Джек, тормози налево. Я понял. Где здесь этот лифт? Лучше давай выйти, потому что здесь как раз мы... Который, по-моему, не работает. Вот лифт уже, да? Так, выходим. Так. Оно должно работать. Ну попробуйте подняться. Да, лифт и правда не работает. Джек был прав, как обычно. Вообще, короче, здесь есть еще один лифт. Здесь можно, но... по лестнице подняться, но они будут с этажей нас простреливать. Давай попробуем. Мы же нормальные ребята. Ну, где мы сейчас вертолет будем дыбить-то? Ну, вертолет здесь совершенно недалеко. Где у нас ближайшая лестница, Джек? Я знаю, где есть вертолет. Я могу кого-то высадить на лестнице, а с кем-то... Или вас двоих на лестнице высадить. А, или давай так. А сам за вертолетом. Давай. Если его там не будет, я к вам приеду. Ок. А сколько у нас жизни вообще? У нас одна жизнь, наверное. Не знаю. Ну, а мы, кстати говоря, это сложно, да. Мы нормально будем заходить к тобой. Ну, когда кто-то побит, и кто-то входит. Я, кстати, здесь бандитскую разборку устраивал. Вот прямо вот, здесь. Желтый. А я здесь досмачивал. Желтая лесенка справа от вас. Ага, здесь, кстати, лифт еще один есть. Ну-ка. А нет, мы на него даже не попадем, да? Насколько я знаю, здесь лифт не работает в онлайне. Поэтому... Так, желтая лестница справа от нас. Справа, вот он. Все, понял. Вот он, нахуй. Так, ну, что, пойдешь вперед, просто... а я тебя прикрою. Удачи вам и длительного подъема, я просто пока вертолет поищу. Спасибо, братуха. Хорошо, сколько там? Не знаете, вообще народу ожидается. Не знаю, но прикрыть тебя отсюда не смогу, так что я полезу сразу с тобой. Ну, как минимум, там будет человек. Да, сейчас всех нарубят. Так, может, кстати, Лестер научился подгонять мне вертолеты, то есть он показывает на карте, где они находятся. А, вот это полезно. Любой транспорт. Может быть, он сейчас подскажет.
Ну да. Голосовая почта, как обычно. Черт, песня. Ох, как высоко-то, это же офигеешь. О, слышишь, у меня с тобой небольшая проблема. Ты стал на месте дергаться. А, не знаю, ты вроде у меня нормально шевелишься. И я у тебя, наверное, отлагал. Наверное. Да, я, просто, я вижу только перед собой. Слушай. А ты наверх можешь посмотреть? Светлый. Нет, вертолет. А, да, нормально. Ух, ничего себе. Ты понял, на кого попали. Ты серьезно? Я поехал в аэропорт. Здесь вертолетов нет, на первой площадке. Давай, не знаю, быть, тема с вертолетами вообще работает. Кстати, аэропорт может быть закрыт, но с вертолетами тема работает с военной базой. Я вчера просто истребитель украл, это было весело. Приземляешь на вертолете около истребителя, угоняешь его, и потом все люди на сервере начинают получать управляемые ракеты себе под борт. Это очень круто. Слушай, ну мы реально влипли. Ну да, ты понял. Это как этот... Джек не то, что нас обгонит, он перегонит. Узнал, что у меня есть огромная семья. Огромная семья, да. Я вас попробую забрать, что ж это. Да где ты нас заберешь, ты не сможешь просто подлететь сюда. Я смогу. Просто отлететь, возможно, нет. Но подлететь я смогу всегда. Я вчера как раз смотрел серию, где я там попытался мертвую петлю сделать на истребителе. Это да, не работает. Вообще печально. Очень смешно. А, кстати, мы вроде бы завтра в гольф играем. Кстати, ну, посмотрим. Ну, хотя как завтра, да? Ну, да, для тех, кто смотрит это совсем не завтра. Да, вот так вот захлестнул. Что-то я, кстати, нажимаю спринт, а он останавливается, когда лезет. Спринт, это нажимаешь и вниз, он резко спускается, то есть такой щитик. Как это? Спись, такой, поехал вниз. А верхом быстро залезть? Вверх не спринтует, нет. Ну, у меня, что по крайней мере, не получалось. Я помню. А ты не смотри вверх, покупаешь. А нет, да, смотри, спринтом поднимаешься, он реально быстрее прет. Угу. Только главное вверх не смотреть, потому что если будешь смотреть вверх, то ты будешь застревать. А я на самом деле высоты боюсь. Нет. Ну, это как бы все боятся высоты, но, типа, у нас же тут замечательная страховка, лестница. Но у меня уже руки устали. У меня очень плохие новости, вертолета вообще нигде нет. Че, парень, у нас выносливость на максимуме, так что все будет хорошо. Слышь, Артур, у тебя есть парашют, если что? Кстати говоря... По-моему, нет. Не подготовились. Там... у вас был. Нет, там наверху вообще есть, так что можем подобрать. Как оружие, по крайней мере. Вот это кнопка, да. Да, у меня тоже нет. Блин. Так она что, открывается, что ли? Я думал, она закрыта всегда. Вот сейчас самое плохое — это залезть и умереть. Ну, по вам там скоро начнут стрелять. Они будут на одном из верхних этажей, и очень дикий огонь начнется по вам. Но мы уже почти что на самом деле. Друг за другом, так что лучше идите там на расстоянии прилично. Но я тебя пропускаю, Артура уже на целую. Да, да, пропускай. Хорошо. У меня укрытия никакого, кстати говоря. Да, а ты думаешь, у меня вон они, же. Вон они так. Залезете и ныкайте сразу. А где куда ты тут заныкаешься? Они, смотри, прямо напротив нас, на этаже там были. Вроде пока не заметили меня, и тебя не должны заметить, поэтому аккуратно поднимаемся. Опа, пошла замесина. Ага, дверь, значит, сюда. О, тут очень много, слышишь? Вот ничем вам не могу помочь, к сожалению. Я почти труп. Я труп. Укрытий нет вообще просто. Короче говоря, подниматься истреблена. Че истреблена? Я истреблена? Это я, ты истреблена. Макс, тебя тоже убили, что ли? А нет, я еще там. Я как бы, мне тут не очень плохо. Хорошо, сейчас посмотрим. Очень плохо, да, Артур? Да, на самом деле, прикольно. Так, ну я хотя бы какой-нибудь самолетик бы найти, блин, чтобы на крышу усадиться. А у нас вообще шансов нет, если мы оттуда будем подниматься. Хотя с калашкой можно поснимать. У меня еще в чем проблема, то что с ПП они где-то с 5 пуль дохнут. Я сейчас тоже приму, кажется. Аэропорт просто пуст. Блин, Артур, это вообще дичь какая-то, а не миссия. Кто взял ее? На самом деле вообще, я хочу еще раз. Как нам на ту сторону попасть? Нам сейчас подняться наверх по лестнице. Еще? Да, еще наверх. Вот эти вот, видишь, вот стропилы, которые идут вот к зданию. Надо на красную спрыгивать и бежать по ним. Я не смогу. Нет, я жду. Джек, я жду тебя, короче. Нет, самолета, вертолета, вообще ничего нет. Да он тут снизу нарезает, так что смысла тебе его ждать. А нет, он уже приехал. Как это нет самолета? Сейчас я тебя найду. Нету. Есть пассажирский, но мне кажется, экипаж будет против.
Че, Блэк? Блэк висит? Я нашел тебя, да. Короче, Джек, ищи. Потому что у вас есть вертолет у кого-нибудь из знакомых, а? Почему он на... Херово укрытие, да? Да, их тут нет. А знаете, что самое клевое, что лифт не работает? Не, я типа не знаю, что за миссии делать без... Тебя светили? Потрачено, короче, да? Ага. На самом деле, мне нравится такой челлендж, это напоминает даже Dark Souls, потому что реально просто дрючат. Ну, наверх надо как-то попасть. Просто я предлагаю сейчас начать миссию заново и поехать на этот, на поле, взлетное поле, и взять вертолет. На то взлетное поле? Да, да, тут ехать на быстрой машине минут 5. Используй власть на себе. Знаешь, я это просто так не буду делать. Я сделаю это с кучей канистр. Давай. Прощай, Джек. Ты был хорошим боярским. Я специально так пошел. Я не хочу ехать с этими ребятами. Просто не хочу. Нет, ни хрена. О чем я и говорил? Во, вертолет улетел. Где? Погоди, выпусти меня, снайперка, быстро. Сейчас все будет. Он садит. Я смогу. Только приземлили его. Где? Готово. Отлично. Молодец. Я аплодисменты. Я только прицелился, но... Не, так а ты бы то же самое сделал, понимаешь? Я в голову водителя был убил. И что? И он бы тоже упал и разбился. Нет, он бы... Почему это? Ну все умрем, все умрем. Так я тоже ему в глаз попал. Был бы не задет. Вообще полетели, что это? Ой, ты еще что-то взорвал. Это я, мне нужно маленько как-то выпустить пар. В принципе, мы можем ждать здесь пару часов, пока еще какой-нибудь вертолет сядет. Короче, я поехал на крышу. Кто со мной, тот герой, кто без меня тут. По-моему, это я. Слышь, ну ты представляешь, как... Я понимаю, мы сейчас умрем опять, но, блин, сколько же можно ездить? Короче, в большой аэропорт, а вот потом на крышу. Ладно, waypoint. Сейчас будет. У меня есть. Ага, спасибо. Мне это очень приятно. Вас. И тут я понял, что я уже ни на что в жизни найду этот аэропорт, потому что я не знаю, где он. И тут я понял, что меня накрыло. Так, сейчас поищу его на карте. А, вижу его, кажется. Хорошей работы, говорил он. Будет весело, утвердил он нам. Маленькая такая забегулинка. Всего лишь маленький кейс, говорил. Ага. Но я вам скажу по секрету, что за кадром я пытался сделать эту миссию один, я ее не смог сделать. Отлично! Это очень, очень веселит. Знаете почему? Потому что когда через... Ну, я, Джек! Джек. А, я чуть вниз не полез. Тихо, наверное. Джек, я тебя пристрелю сейчас. Что? Ты втянул нас в это дерьмо. Ну да, у меня было две попытки. Парни, вертолет садится снова. Парни, спускайтесь вниз, короче. Я сквозь стенку. Сейчас он возьмет сначала вертолет, тогда я буду спускаться. Я сейчас не буду стрелять ни по кому. Не надо стрелять. Просто подойди, выкинь его и сядь. Пошел, лысый! Как я спускаюсь? Как отлично. Не надо, просто сиди в вертолете, мы сейчас придем. Нет, я уже лечу. Этот куда придурок ты? Не хочет цепляться за лестницу, я не уверен, что я смогу спуститься. Окей. Блин, так. А можно на клавиатуру управления переключить? У нас же ПК-версия. Конечно. Джек, он не слушается? Ну, конечно, да. У тебя навык пилотирования, как у младенца. Я убился! Вот это очень смешно. Это нифига не смешно. Нет, просто тут такие балки все собрал. Короче говоря, если вы уже поднялись, то вниз лучше не спускаться, потому что персонаж этого не понимает. Джек. И что тебе даст вертолет этот? А, Джек? Ну, он подлетит, я прыгну и сяду в вертолет. Нет, Джек, я сейчас сяду на парковку, потому что я вообще не сяду. До двух. Окей. А где ты сядешь на парковку? А вот это уже я не знаю. Вот с моей стороны, где я? Вот здесь я уже автоматически не сажусь, Джек. Такая проблема. Центрую его, зажми левый R1 или L1, он начинает крутиться и на месте центруется, его влево-вправо не несет. Настоящий пилот все так садятся. Макс, садись, где я стою, вот подо мной гигантское белое здание. Сел, все, сел. Окей. Как тебя найти? Я рядом, на карте. Спускайся вниз для начала. Так, я от тебя на западе.
А, у тебя парашют есть. Блин, я думал, поржем сейчас. Вон, вижу вертолет, да. Так, ты на винты не налети только. Я сажусь как босс. А почему у тебя на парашюте разноцветный флаг? Садись. Да, это у всех. Почему у тебя в квартире женские трусики и сапожки? Это стандартно так. Не надо отмазывать. Даже с дробовика отсюда причем. Ты видел, как я дробовик одной рукой держал? Да я вообще ничего не вижу. Слышь, я могу отсюда почему-то с калаша стрелять. Да-да-да, это все хорошо, я тебя сейчас на уровне буду держать. Но ты вообще практически не закрыт, поэтому вы лучше по-быстрому как-то пролетайте. Да я жесткий. Давай, окей. Он жесткий, он сам так сказал. Ну вот они вот, короче, вот на этом этаже, вижу. Видишь? Да. Оптимальнее всего было бы вообще... Воу, хорошо, все, молчу. Уже хреначе. Слишком низко? Слишком низко. Нужно в разы выше. Просто ветер. А у меня здесь кино идет такое. Еще одного. По мне попадают. Нормально, по мне тоже. Нормально, нормально же. Я, кстати, не могу стрелять. Это плохо. Еще один. Здесь приземляться, кстати, далеко, особо негде. Далеко, далеко, уже не могу целиться. Да-да-да, я подлетаю. Но мне плохо, может подождем, пока я полечусь? Окей. Я уже лечусь. Лечится и убивает людей. Плохо мне очень. А лифт может потому у что... У него совсем мало здоровья на одну пипку. Нет, тут на две. Уже на две. Я тогда отвечу маленько. Нормально, я уже готов. Он лечится уже, все у него восстанавливается. Я достаю пули. Нет, отсюда ты должен, ты должен будешь посадить вертолет 100%, потому что там не залететь. Не залететь. Нет, там одному надо будет спрыгнуть. Они меня излечат просто. Вот сейчас давай. Не меня, ты зря это. Окей. Гаси, сколько, ну ладно, все, давайте. Высадка пошла, десант. А у меня нет парашюта. Ты сейчас за эти а просто... А есть парашют, за... высаживай меня. Давай, выпрыгивай. Просто... А тут ты не успел высоте... открыть. Ну ладно, прыгай на такой высоте, ты выживешь. Ты арматуру винтами сейчас заденешь. Не туда! Ты жив? У меня есть парашют. И он лежит по воздуху у меня. В душу надо им заходить, в душу. Спускайся. У меня радужный. Куда спускаться? Еще раз за тобой? У меня шус просто сквозь землю улетел. Я в поясную. Я немножко. Так, ну теперь у тебя вертолета нет, да? Артур, ты много пропустил, поверь мне. Я все вижу. Хотя как пропустил, да, у тебя даже обзор получше. Так, у тебя там кинематографическая камера. Да, фильтры, все дела. Так, отлично, Джек, сейчас сяду. Только руки чешутся. Так, блин, Джек! Я не двигаюсь. Это черный парень что-то знает. Он это черный парень, только что просто всю свою жизнь вспомнил. Короче, я тебя сейчас высажу аккуратненько. А вот слышь, не стоит, наверное, я могу порешать. Ты сказал, ты-то супер-мега опасно. Теперь, говорит. У меня все еще есть парашют, нормально. Парни, а вот это вот слева, это не лестница большая? Красная? Прям, да, прям до туда. Вот это лифт, который наверху. А, это лифт. Джек, больно, Джек! Больно очень! Их там снизу вообще хоть попы ешь. Наверху только один сид. Ты бы его снял, чтобы мы могли сесть? А где он? Я его не вижу. Сейчас подключу. У меня просто камера очень далеко стоит. Ага. Вот мне бы ее приблизить чуть-чуть. Вон, видишь, слева он. А да, я и правым бортом, я не могу понять. Я поворачиваю тебе. А, так вот. Я сижу с волоко. Сейчас я сам буду с волотой. Там ну, еще, да. Тут еще двое. Я им рассказал. Как родину. Правым бортом. Там он один стоит левым бортом, я не могу его достать. Давай. А, есть. Вот здесь вот сейчас будет. А, он мертв? Да, один тут мертв. Я тебе скажу, что я очень опасен сейчас. Вот, вот не стоит. Выделываю всякие штуки. Так. Вон, бежит. Видит? Видишь? За зеленым контейнером. Он именно за... есть, снизу, да, тут тоже умер, он умер, за зеленым карьером. Так, сейчас я попробую. А теперь сесть. Выше, правым бортом меня высади, я сойду. Джек, а потом попробуй сесть, понял? Я попробую. Я не уверен, что он сможет сесть тут. Выше, можешь взять выше? Так ты вот здесь просто спрыгни. Прыгай, да. Ты открыл парашют. Лицом просто приземлился. Джек, я готов. Я охраняю точку сброса. Вон там, отлично. Где катушки, Джек. А? Где катушки, где шус, чуть слевее можно будет. Я только вижу, там да, маленькая здесь.
Ну это, знаешь, очень сложно. Ну центруй, центруй этими боковыми винтами. Идеально. О, Джек. По мне огонь, 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 огонь! Господи, что ж я могу, ты закрыл весь обзор. Чего он не прячется? Вот это спецназ. Влетел, двоим хедшотов на раз давал. Это уже одному. О, Макс. Так, кейс брошен. Дробовик, погнали вниз. Кейс, я за кейсом. А, кейс на этом этаже? Кейс у меня, да. Шикарно. Вертолет за нами. Братан, у меня мало жизни. Я смогу, погоди. Я нужен один выстрел. Я поддержу тебя. Ты не упади только. Только не упади. Хорошо, где он? Он ниже, что ли, Артур? Я пока не вижу его. Да, снизу летит. Снизу, ниже, ниже, вон он. Вижу, 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 вижу. У, там сколько народу в нем. Давай, по пилоту. Один выстрел. Ах, мимо. Блин, он так крутит. Бортом повернулся, аккуратно. Укрытие найдите лучше. Да, да. Ау. Макс, сейчас то есть. А, нет, все нормально. Я не могу здесь стрелять по какой-то причине. Он очень быстро крутит. Найдите лучше укрытие получше. Все, 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 хорош. А, нет. Нет, 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 нет. Почему ты не стреляешь? Господи, насколько это игра... Сбил вроде, нет? Нет. Стекло пробил. Нет. Слушай, блин, выживание это было легче. С калаша лупи, потому что с такого расстояния легче будет попасть же. Или с дробовика вообще. Дробовичок. С ним попробую. Где он там? Он над тобой. Ну, ты посмотри, что делает просто. Парень опасен. Погоди, я быстро этих сейчас наемся. А где они? Воу. Жесть какая. Давай ешь всякие гачейзеры там. Они говорят, что я трахаюсь не с теми людьми. Бывает. А еще не видят через стены. Им норм. Кстати говоря, я уже неоднократно замечал, что вот это вот ты говорил насчет прострела. Прострелы есть через дерево. Вот он не хочет брать это укрытие. О. Он хочет его взять с этой стороны, не с той, с которой надо. Джек, оно прямо на тебе. Джек, ты все. Да. Да ну вы что? Я даже повернуться на него не успел. Аккуратно, ты лучше не вылазь туда, пока он прямо над тобой. Да, это невозможно так поднять мышку. Я его сейчас загрю. Сюда, типа, парень, ты же с криптом. Ага, мышку. Ага. Ты вообще весь в пулях изрешечен. Да, раз. Это правда. Давай, все снижается. Прячься, прячься, прячься. Мало, 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 мало жизни, малый. Понял тебя. Малый, малый, малый. Я знаю. Макс, если не получится, у меня есть идея. У тебя есть парашют? У меня есть нечто получше. Разбегаешься в сторону желтого кружочка, прыгаешь. Я поставил фильтр. Подозреваемый известен в криминальных кругах под кличкой Шуз. Есть информация, что подозреваемый связан с бандитской группировкой YouTube Мафия. Парни, есть вот такая тема, смотрите. Сейчас. Давай. Давай, давай, давай. Ты думаешь, он подойдет поближе? А, он мне это анимации, понял. Я нахилился, видишь? Да-да-да, ты кушал. Вон он вылетает. Отлично. Давай. Покажи ему. Да ты посмотри, какой он. Может, улетишь просто от него? Он далеко, ты успеешь взлететь. Нет, это уже не так работает. Какой стрелок у них жизни? У тебя совсем мало жизни. Совсем вообще нет практически. Ребята, я по стрелку попал раз 700. Вот без шуток. Так, у меня должны быть вот такие штуки. Для хила. Всякие разные. Миссия длиной в жизнь. На самом деле, мне очень понравилась эта миссия. Ну да. Она такая нестандартная. Мне кажется, ли у пацана реально автоприцеливание? Скорее всего, кстати. Они на читах. А он в другую сторону, Макс. Вправо, вправо, вправо. А у меня жизни маловато, кстати. Mm-hmm. О, и он теперь влево пошел. Давай теперь влево. А он, кстати, меня пробивает через эту стену. Ну, вы с ним гляделки. Вот сейчас я умру, короче. Давай. Ты попадал в камень очень долго. Короче, катапультируйся. Тихо. Катапультируйся. Мне показалось, что он винт замедляет. Я дважды пробил стекло у пилота. Короче, пока он далеко, может, взлетишь? Не, может, просто прыгнешь? Взлетай! Ну, а парашют-то где? Человек оставил. А его нет! А что же парашют должно было так закончиться? Парни, в этот раз мы пройдем. Мы обязаны пройти. Ты же, Артур, пролетишь над ними-то? Я бы спрыгнул.
Так, сейчас я планирую, что включу, чтобы тебя не убил. Хотя, наверное, надо зачистить сначала эту крышу, чтобы я вызвелся. Ну, там еще не так много людей. На крыше, в принципе, более-менее чисто. Все очень плохо. Все очень плохо. Да. Они прям как-то дико выносят просто все здоровье. Между прочим, они выносят его только Джеку. Меня они что-то не трогают. Ну, да. У меня тоже так. Ну, с моего борта, видимо. Ну, потому что у тебя защиты никакой нет. Да-да-да. У меня волшебное стекло! Так, Артур, я знаешь, что предлагаю? Ты сейчас Макса высаживаешь, я катапультируюсь вниз, покупаю бронежилет. Высаживаю там, где высаживал ты? У тебя есть бронежилет, Макс? Я сейчас прыгну за броником. А ты потом нет денег, меня подберешь. Кстати, Артур, так вот нормально. А вон, так, вы готовы стрелять? Или ты будешь прыгать? Я не знаю, я пока тогда постреляю. Я уже по ним пошел. А, не, я не могу, я же стрелял. Убил парочку, больно мне делают. Еще один. Еще один. Убил, убил еще одного. Тихо, нормально все. Так, попадаю. А по кому? По мертвому? Еще одного, все, двух убил. Красава. Вон слева стоит гнида. Тихо. Там же еще наверху. Наверху есть, он там один, да. Наверху он закрыт, а тут. Тут садиться не стоит. Я кого-то еще убил. Остаться. Там выходит около лестницы, около лестницы. Валю. Добавляю. Так, я делаю круг вокруг верхней. Да, вот так вообще отлично сейчас будет. Наверху там один стоит вон. Хорошо, все хорошо. У тебя срабатывает так? Крыша чиста. Да, работает. Да, по-моему, крыша реально чиста. Теперь можно я сойду сам? Нет, один на крыше. Вижу, хожу. Убил. Отлично. Теперь, тут, пожалуйста. Да, вот у нас. Здесь на крыше хотите? Там да. Еще на крыше один справа. Но я не могу, я как бы левый стрелок. Я знаю. Все, готов? Да. Я ничего не вижу, просто мне очень мелко. Тихо, тут жетит. Нормально. Да, выхожу. Джек! Охренеть. У меня тоже. Он не раз... Он раз у меня заделся! За крышу задело. Ты сам, короче, братан. Отлично вообще. Так, давай будем смотреть, может, типа, можем кого-нибудь видеть. Ну, там кто-то есть. Вон, один прям на тебя целит. Вот если так целишь, прям тебя бесить начнет. Давай, укрытие. Отлично. Ага, сразу. Шикарно. Я уж хотел его убить. А он занесет. Артур, сядешь тогда с кем с Джеком? А, я бы да. Так, бронь все купили, у меня брони нет. Да. Ну, у меня есть бронь. С Макс сейчас так, в основном Джек, будет. Я же автоприцел. Автоприцел работает, да, с переднего сиденья? У тебя очень близко он срабатывает, у меня срабатывает значительно дальше. Ну вот, я про это и говорю. Потому что ты, видимо, стреляешь одну. Так, защищаю всех наверху, чуть ниже даже не опускаюсь, чтобы Макс всех убил, и потом я посадил вертолет, и мы все вылезли. Ну, Артур, ты должен будешь мне помогать. Я, ну, постараюсь, конечно, чем смогу. Там буквально пару пуль, знаешь, именно, ну, если попадешь хоть один патрон, не убить, а вывести из типа из этого, из равновесия, то там не проще будет в разы. Да сейчас порубаем, не волновайся. В этот раз, можем. Может, точно пройдем. Да. Ой, что-то у меня не пробежается это место. У меня тоже, я вижу людей. Ниже двое. Трое упали. Перезаряжаю. Чё это? Я погиб? Блэка нет больше. Да. Как вообще? Вообще просто... Сейчас, нужно время. Я там лежу такой. Грёбаная миссия. Грёбаная миссия, она меня бесит. Нормально все. Надо было подняться просто, высаживаться на парашюте. Хотя нет, тогда бы поснимали все. Туда вообще сходу. Джек, нужно чуть-чуть. Ладно, я так и пробую. Ага, есть одного. Держу как могу, тут просто. Да, там я вижу, как умирают люди. Едет там себе, а? Он по мне очень больно пробивает, вот тот чувак. Надо ближе к нему, потому что так, ну. Объект так есть. Ага, вот, тихо. Вон справа довольно. А, сейчас я нижнего убью только. Джек, отходи, потому что больно. Умер я. Ниже бери. Нет, я не буду ниже брать. Ниже тебя начнут стрелять. Мне нужно лечиться. Я лечусь потихоньку. Лечись, я не на сейчас, подожди, у меня должны быть шоколадки. Ох, опять кинул. У меня осталось только шоколадки, только сишки остались. Так, поднимайся потихоньку, нормально. Блин, без закат вообще делать нечего на этом месте, сразу говорю. Но у меня... А как меня свинтили-то так? Это же пипец вообще. Я не знаю, это вот поп кричал, там мало жизни, я бы быстро как-то попытался. Да у меня полно жизни было, опять похоже рандомные хэдшоты пошли. Кто-то там такой сидит, да?
сможешь кого-нибудь прострелить, если я вот здесь присяду так аккуратно? Ну стой, давай сначала вверх очистим, а потом уже на ногах. Я хочу на ногах. Ух, куда-то ты сейчас дико, конечно, наверное, пролетишь, но... Да я смогу. Тут никого нет. Все, слышишь? Пара-пара-пам. Высади меня, пожалуйста. Я сижу на правом борту. Возьми гораздо выше, в разы выше возьми. Угу. Только прыгни именно на крышу. Угу. А ты крутани меня, чтобы я на крышу полетел. Ладно, плевать. Давай-давай. Ты не над крышей, если что, аккуратно. Да-да. По-моему, ты ниже. Ну, а нет, но... Я вошел. Парашют! Что такое? Он почти мертвый. Аккуратно, Макс. Да, все будет хорошо. Парашют, я врезался парашютом, и он типа сломался. Реализм! Никого не видать, кстати. Кстати, да. Слышь, Джек, а я не буду брать вертолет. Вертолет, кстати, больше, чем тот был. Слышь, высаживайся, и будем вертолет сбивать, ага. Я бы вообще предложил просто убежать. А мы, он за нами будет лечь, что мы ему сделаем, он подстрелять больно. В легкую лететь может. Да ну не, ты же знаешь, как... Ты видел, как тебя свинтили? Мы ж все, я посадил, мы можем улетать, если что. Нет, не улетать, мы берем кейс, готовься, сейчас будешь стать вертолетом. Приготовился? Давай сделаем это, кстати, на верхней площадке, да. Да-да-да. Там пока будет... никого нет. А, ну я ж кейс не беру. А, ты не взял еще? Да, я жду. Все, я беру кейс. Летит касатик, летит, я думаю. Летит, летит. Да-да-да, пошел. С того же направления, короче. Да. Только больно. Тоже поднимаюсь, как могу. Хотя на самую крышу я бы, кстати, не стал подниматься. Пониже буду. Джеки, ты могёшь. Да я в кабину попадаю, главное, ничего не разбивается, ни стекло, ничего. Он типа жёсткий. Поднимается прямо по курсу, Джек. Вижу. Лучше бы ты крышу над головой держал. Ой, Джек. Ой-ой-ой, кто меня убил? Вот-вот, я про не то с и говорю. Вертолета. Это было не с вертолета. С вертолета было, за... с вертолета. Сверху я пули видел, летели. Давай, Макс, вытягивай. Да что давай, я, по-моему, видел уже этот сценарий когда-то. Садись, вертолет, улетай, все, не попадут к тебе. Все, прощай. Нет, все, ты нет, прощай. Вертолет, садись. Садись, резко вниз, уходи и... Тихо-тихо, вертолет, улетай, Макс. Вертолет, садись, улетай. Если я выйду... Хотя ты взлететь даже не успеешь. Да, я да, именно так оно и происходит, на самом деле. Дальше. Ох, сейчас умру, да? Да, я подлечусь. А, блин. Ооо, this game, да. Ох, this fucking game. Тихо, ребят, вы чё? Как руку поменять, чтобы стрелять слева? А, неважно. Как? О, сейчас точно. Так, нет, тут ловить нечего. Садись, вертолет, улетай. Мне нужно взять укрытие вот так, чтобы он встал только вот за ту стену. А он не хочет. Вот я подхожу, ну типа нет, no. Говорит. Вот неплохое. Да, действительно. Вот почему нам не дают, блин, воскреситься? Зачем нам решаться типа... на такой сложности? Одна не жизнь. Кто как он видит меня? Бегает такая белка в колесе. Как он видит меня, что делать? Давай, Макс, ты хозяин положения. Сейчас, если бы он был ближе, он бы увидел твою маску, испугался и умер сам. Прячься. Все я очень хозяин. Плохо. Скажи ему, что ты босс. I'm the best of the best. Дайте мне мышку, бегом. Мышка и все, вопрос решаем. Вообще моментально. Я кидаю мышку в экран, но ничего не происходит. Блин, я уже продырявлен, как ежик. Да. Ты не подключился, кстати. Сюда назад. Вот сюда встретил, он не спал. Забьемся, не встанет за укрытие. Встал. У каждого есть машина, у двух из трех есть квартира, и у нас нет денег на бронь. Вообще ни на что нет. Не, у меня были деньги на бронь, но просто что вошло в голову. Куда встать? Вот сюда. Я не люблю, когда мне попадает в голову. Мозги просто раскидывают. Так, просто пару быстрых. Кстати, эти стрелки, которые они довольно... С
там самое-то главное стрелков. Да, ясно, короче. Ой, это просто ясно, понятно. Парни, знаете, что я хочу сказать? Я предлагаю перенести до завтра, потому что у нас уже серия до полтора часа практически ушла. Завтра продолжим долбать это место. Я думаю, это уже интересно не только нам, но и зрителям. Чем эта эпопея закончится. Да, что поделать еще. Потому что такой дождь, и надо уже как-то что-то с этим решать. Ну, все-таки. Следующая серия начнется черно-белая, да, под музыку из Мацпэйна. Да, шел дождь. И все, короче. Всем пока. Да, в общем, всем пока, увидимся.